Мы представляем педагогов дошкольного образования города Барнаула. И та зарплата, которую мы получаем, она нам просто не позволяет до такого возраста дожить. Потому что на зарплату в 15 тысяч мы не можем быть социально обеспечены, мы не можем лечиться, мы не можем отдыхать. И до 55 лет это уже при такой зарплате, при таком уровне жизни, это так уже много. А до 63 это просто нереально. Люди, которые этот закон принимают, они такие деньги оставляют за чашку кофе. А мы на эту зарплату живем. Мы просто знаем, что такое 55 лет и как это работать. И как на тебя вот так вот смотрят. И с работы приходишь, ты уже никакой. По-моему-то, я не знаю, может, это россияне у нас такие хлипкие. Там, может, на Западе они порезвее. Вот я после пенсии, куда я пошла, работала я в детском саду нянечкой. И то я доработала вот до 60. И все, потому что у меня... Я просто реальность вот чувствую, что мне... Пошло куда-то здоровье. То одно болит, то второе болит. Знать бы куда. Да. Есть люди, которые вот сейчас 60 пошли на пенсию, они прям на глазах увядают. За последнее время от 41 года мы вот за несколько лет похоронили друзей и знакомых. И 63 самый старший помер. Мрут как мухи люди. И 65, и женщинам тем более. На такого возраста, 63, это вообще нереально. Работа где? Работы нигде не найдешь. Это бесполезно. У меня сейчас жена вот тут самая сидит дома. Где она найдет работу? Или поломойкой идти за 8 тысяч, за 7. Или там идти, где 10-12 платят, но там по 12 часов. И народ как к быдлу относится. Народ оставили на самовыживание, вот все так считают. И просто, ну, как бы хотелось сказать то же, о чем мы с вами все, наверное, каждый вечер говорим на кухнях, так скажем, в кулуарах. В Барнауле выбрали самую маленькую площадь, чтобы не было огромного стечения народа, да, и чтобы как бы это было где-то на отшибе, чтобы те, кто могли бы присоединиться к этому, потому что сильно это не афишировалось мероприятие, да, те не присоединятся. Мы вот об этом узнали случайно из интернета, из соцсетей. Дорогие годы, когда потеряли сначала страну, потом все сбережения, как вы думаете, как это на организме отразилось? Потом 98-й год. А потом они еще тянут до сих пор своих детей наверняка и со своей грошовой пенсии помогают своим детям. Мужчины Алтайского края живут меньше, чем им предлагают выходить на пенсию в среднем. То есть, значит, минус один, минус два года они в принципе не доживают до пенсии. Им надо уменьшать пенсионный возраст, а не увеличить. Я так подозреваю, мы мешаем нашему правительству в этой стране. Да, у нас должно быть как можно меньше. Слишком много территории, а китайцы ждут, чтобы ее заполнить. Не тот народец. Мы уже заплатили денег в пенсионный фонд больше, чем мы получаем. Где деньги наши? У меня муж лет